Крымская татарка, певица Джамала, очень переживает за своих родственников, которые живут на полуострове. Звезда хочет перевести их в Киев. Мама Джамалы не против, в отличие от папы и деда. И что делать в такой ситуации? В суботу 250 членів Меджлісу прийдуть на збори. Можливо, вони вирішать провести власний референдум. От, власне, про що моляться кримські татари, розкаже відчайдушна Катя Сенченко. Абзац у Новоолексіївці. Крымские татары приветствуют друг друга фразой «Салам алейкум», что в переводе значит «Мир вам». Но сегодня эти слова имеют особо символичное значение не только для крымских татар, но и для всех нас. Новоалексеевку называют воротами в Крым. Сегодня тут живут тысячи семей крымских татар. Некоторые из них еще помнят советскую депортацию. Тогда представители этого народа массово грузили в вагоны и отправляли как можно дальше, вплоть до Урала. Эти люди помнят, и с каким трудом им все-таки удалось вернуться в родные края. А получить прописку и прекратить скитание вышло только при уже независимой Украине. Невозможно передать ту трагедию нашего народа, что мы пережили, даже вот будучи уже, вот мы рожденные, высылки рожденные, мы не могли, чувство родины у нас было очень внутри заложено, и вот до сих пор вот горечь такая тяжелая. Я вот вам, видите, я вот, что я могла сказать. Теперь их родина Крым, где все еще живут 300 тысяч крымских татар, снова уплывает в руки россиян. Путин кричит там «русский народ, Россия». Если он сильно переживает на Россию, пускай отъедет от Москвы на 100 километров и посмотрит, как живет там этот российский народ. И тут о крымских татарах федерации резко вспомнили. Начали обещать хорошую жизнь и успокаивать. Вот только старые раны еще не затянулись, а на ошибках здесь принято учиться. Самый дорогой сыр – это бесплатный сыр, который находится в мышеловке. Нельзя торопиться получать российские паспорта, потому что мы все понимаем, что это фарс. Это всегда надо вспоминать, когда выгодно. Вы верите, что сейчас вас могут признать? Нет. Руслан пришел в мечеть вместе со всеми помолиться о спокойной жизни и мире для семьи. Он недавно стал папой, его сыну всего 7 месяцев. И теперь молодой отец вдвое сильнее волнуется за будущее своих близких. Здесь все такие, не только я один. Здесь очень много жителей таких, что очень переживают за все, за вообще за народ, за Украину. Не только именно за Крым, а за все. Я именно не думал, что я настолько люблю Украину. Тревога есть, доченька. Сердце уже останавливается. Не могу я терпеть. Я два раза видел эту войну. И сейчас хотят, чтобы война была в Украине. Вот знаете, я уже не могу терпеть. Сердце останавливается иногда. Но меня уверяют, несмотря на напряженную обстановку, бежать из родных земель не собираются. Если будет совсем худо, мужчины отправят семьи на материк, а сами останутся защищать. Наш народ уже, это не первое, как говорится, потрясение в этой, в его жизни, поэтому мы, в основном это тяжело переживают женщины и, ну, будем говорить, дети. Общая молитва у этого народа всегда заканчивается дружеским пожатием рук. Говорят, даже если молящиеся перед службой сильно поссорились, стоит только пожать ладонь обидчику, и ссора забывается. Жаль, что за пределами мечети не все так просто.